Я добежала до порога. Там у нас вон какая погодка. Вот такая гремит. Ух, затянула. Сегодня хорошо должно накрыть дождиком. Пацаны сделали правильный выбор, ушли в будку. Молодцы. А я вот, наверное, пердушек, старушек пока не буду выгонять. Пусть ливень пройдет. Иди в будку, Рей. А потом тогда буду пенсию проветривать. Ну куда вот это вот? Сейчас только начинается. Там такая полоса дождя идет. Капец. Полоса дождя таки приличная. Я не знаю, видно ли ее хорошо. Но гремит по-серьезному. Вот так вот. Кто-то просил дождя. Получите, называется. Распишитесь. Вот на фоне забора, я думаю, видно, какой ливень. Вот такая тема. Каждой минутой все сильнее. Ну и похолодало. Вот это вот теперь 22 теньке, так сказать. Понятно, что по такой погоде собак гулять не поведу. Подожду, когда закончится. Они сами, в принципе, не пойдут. Скажут, хозяйка, ты что, с ума сошла? Мы не будем плавать в холодной воде, тем более. Ужас, ужас. Фигачит. Со спецэффектами. Там, у кого дождя не хватает, желаю, чтобы у вас пошел дождик. Хороший такой, чтобы все полилось, как у нас вот это сейчас поливается. Как-то так.